автомат, все. Он снайпер вообще, он просто с одной руки, понял. Да-да-да. Своих не бросают. Не сомневайтесь, это стоящее дело. Давай за нами. Всё, давай. Это башня танка, друзья. Посмотрите, торчит. Не-не-не, трупов уже нет. Трупы забрали. Поэтому уже нет. Два 200-е было. Это пятиэтажку начали недавно долбить. О, ужас. И вот это, ну как, она была разбита? Чё, парни, приехали. Мне нравится сверху. Осторожно, у меня аллергия на идиоза. Приедем с победой, самое главное. Это уже все вот. Как позывной твой? У меня позывной пожар. А почему пожар? Не буду. Оставим. Мне нравится сверху. Осторожно, у меня аллергия на идиота. Кстати, у меня тоже. Это такое же мнение, тоже аллергия на идиота. И вот это. Мастер ландшафтного дизайна. Нормально. Как зовут? Александр. Вот это попасное. Все здесь выглядит именно так. Нету ничего целого. Нету ни одного дома целого. Полностью разбито все. Тут, короче, есть блиндаж укроповский. И вы вообще ничего не пробелили. Вообще. Мы когда в нем сидели, 152-я даже прямо в нее попадала, нам все равно было. Даже не половить контрузон. Да бетон там нереальный. У них вот там в поле. Сейчас я, может, получится это снимать. Вон они, блядь, вот они, позиции начинаются. Вот пушка якобы торчит. Ага. Это дот, и дальше дот. Там вообще он как утюг сделан, понял? Там, блядь, стенки по два метра, короче. И ну так на конус сделаны, что, короче, танк стреляется, а оно рикошетится. Еще перед ним кубы такие с глиной стоят большие. Начался артобстрел, короче. Мы и пехота, и вот эту вот посадку забежали. Зашли, начали, ну вот, они с этих домов у нас, короче, долбили. Мы тут лягли, начался артобстрел. Один танк, второй, третий, четвертый, четыре танка с нами зашли. Вот этой воронке лежал, где баклажка. Как раз. Ну и все, мы начали как бы, ну, давить их. Подавили, короче, огнем. Один танк наш, вот он, конечно, сгорел. Мы потом пехотой перебежали сюда. Это наш танк, да? Да, наш танк. Нас вот тут за столбом, вот тут танк стоял. 11 человек, короче, было. Это танк с рапиры. С двух выстрелов зажили. Это ваш танк. Короче, его сверху оттуда. Ее ж не видно рапиру. И он ее четко. Просто танк стал, да. Он просто, я не пока было, что он не работал, не могу понять. Мы экипаж целый остался. Первый дом, который мы заняли в Попасной, вот он, первый наш опорный пункт. Ну а потом пошло-поехало. Арта не выключалась, а тут полтора месяца укроповская. Вот это все сбрили укропы, вообще балдос. Вот он квартал Черемушки, он пятиэтажки, там ни одной пятиэтажки целой нет вообще. Это Попасная. Там в Мариуполе каждый десятый дом. А здесь каждый, нет вообще ни одного. 96% уничтожено. Так они и дальше продолжают стрелять. Вот. Вообще вот, ну тяжело очень было. Но это ж не одна улица, наша улица там очень тоже сильные бои были. Мы неделями не
не могли пройти. Вот в этих домах мы вот так вот с дома в дом, каждый дом зачищали. Ну, тут он кресты где-то даже будут видно. Там следующая улица наша, там наш тоже на ТМ подбитый стоит. Здесь вообще нету, да, целых домов? Все вообще ни единого дома целого нет. Ни единого. Вот второй магазин, который мы заняли. Это наш следующий опорный пункт был, вот тут этот дом, вот наши, короче, машины стояли. Они были в домах, вот их не позиции, шнары-то были. Вот тут они бухие, короче, заскочили оттуда, он где Нива едет. На своих же ТМ-ках вот тут подорвались, тут пеха было. За вот этот дом много у нас потерь было. В этом доме? Ну да, это, короче, храм Иеговых, они в кольцах лежали. И им артиллерия была все равно. По боку, да? Да. Тут мы нормально их накосили. Тут, короче, человек 8-200 их было из укропов. Тоже магазин, да? Да, да, был магазин. Тут вообще очень сильные бои были. Ну, глянь, вообще нема ничего. Вообще ничего не реально. Вот это он там ниже. Вообще, тут все, полностью, это все уничтожено. Да, тут есть воронки, короче, танк можно поставить здесь и маскировать. Танк помещается. Сейчас мы возле нее будем как раз останавливаться. Там мусор уже сделали. Это рынок. Это рынок был, да? Да. Центральный рынок. Вот они везде, вот в посадках мы сделали. Вот это запрыгнет, приделать надо. Друзья, с Попасной приехали в Камышеваху. Это самый передний край. Укропы вообще здесь очень близко. Посмотрите на это чудо. Чудо-бочка жовто-блакитная. По дороге ехали, пролетали ее, потому что нам сказали, что могут даже заптурить. Камышеваху я саму не видел. Вокруг все горит. Бесов здесь очень много. Сейчас парням передадим помощь. Здесь сильно задерживаться не будем. Работает ДРГ, работают минометы. Парни мобилизированы много, да? Да. А откуда? Майска, так мобилизированы все с самого, грубо говоря, начала войны. Да, все здесь. Уже по 6-7 лет кто отслужил, блин. Даже скажу, не отслужил, а отвоевал. Согласен. Привет, вы Ленчик, мама, привет. Семья, всем привет. Всем привет. Всем привет. Да. Спасибо, благодарим. Мама, гуманитарку вам огромное это спасибо. Да. Короче, нуждаемся. Помощь. Спасибо. Приняли, все, благодарим за все. Да, привезли рации 50 штук, дрон, покушать, сигарет, кофе, чай. Да, сигареты, кофе, чай, самое необходимое, все как бы доставляется, поставляется. Спасибо пацанам, все не забывают, помогают, светят. Да, люди помогают со всего мира, с России матушки, вот, оказывают большую помощь. Так что большое спасибо всем тем, кто нас не забывает. Не, у нас слаженный коллектив, мы... Вот эту сейчас помощь всю развезем, и на 9 миллионов за 2 месяца оказали помощи. Да. Люди, вдруг что-то случается, моментально собирают огромные суммы денег и помогают. Потому что каждого касается данная ситуация. Все прекрасно понимают, что вот вас сидит. Телевизор смотрит, да, вы здесь находитесь. В самом первом. Опасно и ужасно выглядит. Вот Витя прямо возле машины укроповской нашел аптечку их. Да, полную. Это, кстати, хорошая вещь. Это того, чего нету у наших парней. Не-не-не, трупов уже нет. Трупы забрали. Поэтому уже нет. Тут 200 было укропов. Вон флаг. Флаг валяется, да? Да. Вот смотрите. Ничего не сломалось, все нормально. Не, помощь нам не нужна. Мы просто машину здесь оставляли, ездили. Покидаем мы. Фронт, речка Лугань. Да, наша речка Лугань. Как тебе, Витя, наш день сегодняшний? День был впечатление, конечно, масса. Слов нету. Да. Комментариев тоже. Мины ложились за 150 метров от нас. Да, мины такие.
иностранного производства, которые ложатся, а выстрела не слышно. Ближе? Метров 100. Метров 100? 150. Слышите, да? Как херечат с польских минометов. А какой у него калибр? 72. Ну они, я видел, как они на киевском направлении в посадке ими работали. Они маленькие, и они быстро в них закидывают, быстро с ящиков. Алюминиевая получается?